Так, друзья, ребята, многие просят подсказывать, как сделать в Hotrash задание выполнить. Во-первых, заходите в Settings, смотрите свое управление. Вот у меня SkillStick стоит. Вот StrideDK, да, вот сейчас будет вопрос. Вот смотрите справа посередине StrideDK. Пока что тут написано, покатайте, сдержите L1 и ремски стиком в сторону отводите. Я сейчас покажу вообще элементарно. Я сделал это секунд за 10. Вот реально, посмотрите, матч начался только первый матч. Вот. Вот, сколько. Держите L1, и вот он так вот делает. Влево-вправо. Еще раз. Вот разогнали, держите L1 и правым левым скилл-стиком влево-вправо. Вот страйк-деке получается. Ну, что, ликать не вообще какая-то. Поэтому. И какие-то там еще задания засчитывать. То есть надо обязательно разогнаться, держите L1. И вот страйк-деке. Все, ликать не надо. Так что тут еще мануэл, пас навесом в ручном режиме. Но я думаю, что это просто L1. Что тут может быть еще? Давайте посмотрим. Пас в ручном режиме, подкидка называется. Так. Где тут пас? Отменить пас L1, R1, это понятно. Вот пас. Чем больше держите, тем сильнее. Подкидка R1. А где ручная подкидка? Не знаю, давайте я просто попробую, как я обычно это делаю. Не успел, не атаковали. Так, попробуем. Вот подкидка, но точнее надо. Я вообще даже вот так вот, когда делаешь, не всегда вот просто засчитывают. Не защита. Ладно, поразбираюсь про подкидку отдельное видео. Страйк деке элементарно, ребят, делайте, а про подкидку чуть попозже посмотрю тогда.